Да, Боря, иди ко входу, я здесь, возле входа. Да, да, давай. Уважаемые дамы и господа, еще раз приветствую вас в уникальном месте Московский городской гольф-клуб. Очень скоро мы откроем сезон 2015. Я считаю, что нам повезло с погодой. Если еще некоторое время тому назад шел дождь, вроде бы как солнце начинает светить. И это, мне кажется, хороший знак. Ну и пришло время, наверное, немного рассказать о самом клубе. Клуб существует уже очень давно. Это первый гольф-клуб в нашей стране. О сегодняшнем состоянии гольфа, олимпийского вида спорта в России. Ну, гольф в России развивается за последние годы, в общем-то, большой шаг вперед делал. Я думаю, что сейчас, когда гольф включили в олимпийскую программу, и уже вот на играх в Рио, по сути, будут первые золотые медали разыгрываться в гольфе, и в России гольф получит свое развитие. Сейчас избрали нового президента ассоциации гольфа, Виктор Пестенко, очень активно взялся за дело, и детские школы развиваются, и поддержка нашей основной команде есть. Ну и главное, конечно, что строится в России поля для гольфа. Этот спорт, он перестает быть элитным, как его понимали всегда, а он идет в массу, больше детей занимается, соответственно, идет развитие мира. Ну вот почетный президент Ассоциации гольфа России Светлана Журова говорит вообще, что оказывается до 18 лет дети могут заниматься в школах бесплатно. Да, очень важно, чтобы в школах дети могли заниматься, потому что есть специальные клюшки для детей, они облегченные такие, и во всем мире этот вид гольфа детского развивается, что очень хорошо для физического развития детей. Гольф как вид спорта, знаете, в Китае есть программа «Тысяча полей» построили для детей. Вот. Я думаю, что у нас постепенно тоже в разных городах будет появляться гольф-клуб. Но у нас будет принята такая же программа общенациональная? Ну, у нас пока такой программы нет, но я считаю, что в школах на тренажерах вполне дети могут заниматься гольфом и сейчас. А вам доводилось вообще брать клюшку в руки? Вы же, насколько я знаю, вы любитель большой футбола и шахмат, даже профессионал практически. Ну, я, да, играю в футбол, в шахматы, но с возрастом
гольф становится более приемлемым, что ли. Все-таки здесь нагрузки меньше, чем таких видов игровых спортов. Вот. Поэтому я в последнее время увлекся гольфом с удовольствием. А какая прелесть вообще вот для зрелых людей заниматься гольфом? Ну, кроме того, что это отличная физическая зарядка и подготовка, это и всегда прекрасная природа, отличное настроение на свежем воздухе. За 18 лунок проходишь порядка 10 километров. В общем, мне кажется, что это очень здоровый вид спорта. А общение какие-то, может быть, вот я, насколько я знаю, что в теннисе и в гольфе за границей многие контракты даже заключаются и обговариваются. Ну да, гольф он располагает к тому, чтобы люди знакомились, общались и вместе проводили время. Действительно, поэтому и гольф-клубы так популярны во всем мире. Александр Дмитриевич, ну и теперь о другой игре с клюшкой, о хоккее. На ваш взгляд, прогноз на финальный матч. Ну, прогнозы трудно очень делать. Тяжелейший матч наши провели с американцами. Конечно, на фоне усталости будет очень непросто играть. С канадцами у них было больше времени, чтобы отдохнуть. Но по боевому настрою, по старанию, отдаче, которую мы увидели в матче с американцами, я думаю, что наша команда вполне способна победить. И если Бобровский сыграет на таком же уровне, как в матче с американцами, я уверен, победа будет за нами. А, кстати, в Сочи вчера были на голоматче? Нет, я не был. Вы смотрели, наблюдали? Смотрел, да. Может быть, нам такого же, вот где нам взять такого форварда, который... Ну, у нас Овечкин подъехал, я думаю, вполне сможет эту функцию выполнить. Спасибо, Александр. Спасибо. Не надо благодарности, Открытие состоится именно у сцены, поэтому будьте любезны, подходите к сцене прямо сейчас. Дождя уже нет, солнце светит ярко, ну, по крайней мере, несколько секунд. Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте! Давайте по традиции друг другу поаплодируем и тем самым начнем. Московский городской гольф-клуб встречает сегодня всех шотландской погоды. Желает всем победы, желает всем хорошего настроения. Мы со своей стороны постарались сделать так, чтобы в клубе вы сегодня почувствовали семейство участников турнира сегодня. Добился того результата, которого он хочет, только со знаком минус. И чтобы мы аплодировали сегодня. Уважаемые дамы и господа, сегодня, как в редких случаях, открыта клубная зона. Прошу вас посетить. Очень много интересных мест, очень много интересных мероприятий, очень много интересных активностей. Не сидите на местах, ходите, посмотрите, вам все понравится. Очень вкусная кухня от нашего ресторана Village Kitchen. Дорогие дамы и господа, я бы хотел... Здесь начало сезона. Я думаю, что все, кто решился сегодня выйти из дома, несмотря на проливной дождь, получат огромное удовольствие, потому что, видите, погода... существенно собрались настоящие любители нашего замечательного вида спорта, который стал олимпийским, между прочим, знаете, да, в Рио уже аплодисменты. Разыграны первые золотые медали по гольфу. Поэтому в зону, сказали, что надо попасть в лунку, иначе сезон может и сложиться. Друзья, и на ваших глазах прямо сейчас председатель Олимпийского комитета России Александр Жуков. Первый удар этого сезона. Он нас дразнит клюшкой, мы видим. Итак, удар сделан. Сезон открыт! Браво! Аплодисменты! Ну и это еще не все. Большие, дорогие друзья, мы должны на этой сцене еще поприветствовать одного человека. Все. Мы узнаем от гольф-профессионала Московского городского гольф-клуба Алексея Матросова о фарме. Внимание, 5 минут. Вам, Агамия. Сегодня мы играем, еще раз напоминаю, командный турнир. Команда у нас 4 человека, скрэмбл. Но играем мы парами, поэтому пары были разбиты на разные тимы. Сегодня погодные условия не очень хорошие, сырое поле, поэтому мяч в рафе можно будет ставить. Там
очень мало сухих мест, поэтому можно будет ставить, потому что... Что там места найдутся. В банкере именно вбрасываем, потому что там ставить ездим. Ставить негде, поэтому вбрасываем. По флайтам. Мы разбили, есть какие-то изменения, поэтому будет семья Мелехиных. С этой же лунки стартует господин Силин, господин Шмигельский. Это первый флайт. На этой же лунке есть у нас второй флайт, с которого будет стартовать господин. Семья Голушко, Андрей Иванович и Никита. Там же стартует господин Прасов, госпожа Нестеренко. Лунка 5, господин Павлов, господин Механик, господин Борщов, господин Соломон. Лунка 6, Жуков, господин Морозов. Лунка 8, господин Зверев, господин Стариков, господин Макеев, госпожа Смородская. И лунка 9, господин Дмитриев, господин Митропольский. Мини-островок для традиционной фотографии открытия начала сезона 2015 года. Проходите, пожалуйста, за баннер. Также у нас есть специальный конкурс Longest Drive и Close the Pin. На T стоят таблички, поэтому вы не перепутаете. Победите. Но для кого-то играющих тут победа не так важна, как настроение. Поэтому предлагаю вам, дорогие друзья, пройти на 9-ю лунку прямо сейчас. Открытие сезона 2015 года. Клуба и у каждого гостя. Ну вот наши гости машут. Всем победы и удачи с открытием сезона! Ура, товарищи! Ну и пока есть в том числе и сыграть меня. Более того, у нас работает несколько зон мастер-классов. Мастер-класс по изготовлению шляпок. Это касается гостей, которые пока еще не берем. И гость эспанский профессионал. Один-два вопроса. Светлана, открывается сезон, он предолимпийский. Какие ожидания у почетного президента Ассоциации гольфа России? Ну, предолимпийский, мы же готовимся к Олимпиаде через год. Там у нас есть Маша. Я надеюсь, что она... Но она не с нами сегодня, но мы ее морально, конечно, поддерживаем. И желаем ей удачи, чтобы она отобралась на Олимпийские игры. Но сегодня просто для всех радость, потому что в центре Москвы практически иметь такое гольф-поле, такое замечательное, очень... с историей и уже, правда, с результатами. И мы все его любим, и многие здесь просто начинали, в том числе и я. Я начинала играть в гольф здесь, поэтому для меня это первый сезон, когда я открываю. Ну, уже теперь выходя на турнир, потому что до этого, конечно, я в турниры не играла. Поэтому вот начинаю сезон с турнира. Совсем недавно вы участвовали в выборах президента Ассоциации гольфа России и уступили Виктору Христенко. Как вы думаете, вот в принципе вы ознакомились с программой президента, нового президента, да, и готовы поддерживать? Ничего. Ну тогда... Я не буду вам подставлять. Хорошо. Тогда все. Да. Спасибо, Света. Пока он не так. Надо посмотреть, где это далеко. Далеко, вон туда иду. Третья далеко. Не, ну они каждый по своей лунке же, их 9. Света на третьей. Может быть, я не знаю, Камиле Ларина стоит записывать, нет? Третья вообще рядом здесь. Дорогие друзья, ну а для вас мы подготовили уникальную программу. Вы можете занимать наши... Мы видим. Ну и рядом с ней не менее красивая, очаровательная девушка в зеленом платье, зеленый цвет доверия, цвет сердечный цвет. Прекрасную девушку, которая будет петь, зовут Ольга. Фамилия Карани. Красивая, очаровательная. Я слышал, как она распевалась, как она, ну, как говорится, на языке профессионалов, чекала звук. И вы знаете, для звука это была большая честь быть отчеканным Ольгой. Спасибо. И знаете, что меня еще радует? Погода. Все три дня я думал, неужели я буду в этом костюме работать под...
Thank you.
поздравляю с... Ну, вы-то тренировались первым ударом там. Да, вы же не тренировались, так и не. А мы потренировались, Я пока, да. Салаты. Салаты чуть-чуть небольшая горка. Дима! Чуть-чуть. Ну, да. Чуть-чуть есть. Чуть-чуть сам съесть. Да? Вот чуть-чуть туда прям, вот чуть-чуть еще. Yes! Сандвич. Thank you.
Стандартно как-то идем. Я пошла греться. Да, давай. Это, ну, как бы это девятка, по счету третья. Третья, да? А после девятых будет следующая? Нет, я думаю. Не знаю, как договоримся. В общем, для покажи есть. Да, хорошо. Смотри, у нас вот там две, два пи. А потом вот сюда вот. Вот сюда прям придем.